Анна Семенович уже который год кормит журналистов завтраками и слухами о скорой свадьбе. При этом увидеть мужчину ее сердца широкой публике пока не удавалось. Во всех интервью Анна уверяет, любимый есть и очень серьезный. Такая женщина, как она, просто не может быть одна. Но на днях на съемках клипа Семенович убедительно играла любовь с армянским певцом. И куда только смотрел ее мужчина. Я думаю, что получится очень красиво, очень романтично. Как раз к 8 марта это будет прекрасная работа. Певец и композитор Марк Бабаян сам заинтересовался пышногрудой красоткой и сначала предложил ей записать дуэтную композицию, а потом и снять клип. У нас как-то сразу все сложилось, и получился очень красивый дуэт. Я знаю, что эта песня очень популярна и в Армении, и во многих других городах и странах. И вот решили теперь порадовать наших поклонников еще и клипом. Сюжет видео держался в секрете, но в интервью нашему телеканалу режиссер клипа все-таки проболтался и рассказал, чего ждать. Два героя находятся в разных временах, но каким-то мистическим таким способом оказываются в одной реальности. Зрителей ждет интересный просмотр, я уверен. Я очень доволен содержанием клипа, потому что я буду в роли такого реального фантома, потому что я такой 17, 18, 19 век. Анна уже современный персонаж, вот и в конце мы соединяемся. Премьеру романтичного клипа о силе любви сквозь время Семенович пообещала в марте этого года.